и там мы предложили новое общество. Это отдельная тема, это энергосервисные контракты. Европа имеет следующее значение. Они инвестируют в улучшение энергоэффективности, и если разница между тарифом, который они получают, и потреблением дают окупаемость 5 лет, они идут в этот кейс. В России сейчас такой же механизм, это называется энергосервисные контракты, которые помогают инвестиционно окупить разницу. Следующий важный проект – это безопасный город, это система видеонаблюдения. Но здесь для нас основной вопрос – это